Бауыржан Момышұлы атындағы нөмір 5-ші орта мектебі. 11 класс, техника безопасности, комплекс акробатических элементов, вольных упражнений. Техника безопасности. Перед началом урока переоденься в спортивную форму. Сними с себя и убери из кармана все предметы, которые могут предоставлять с собой опасности при занятиях физической культурой. Подготовь рабочую зону. Освободи место, где будешь выполнять упражнения. Остерегайся острых углов, столов, диванов, кресел, стульев. Убедись, что на полу нет предметов, которые могут помешать или навредить. Отойди на безопасное расстояние от экрана, но так, чтобы хорошо видеть изображение. После выполнения физических упражнений восстанови дыхание, убери инвентарь, если используем при выполнении упражнений, переодень одежду. Комплекс общеразвивающих упражнений. Исходное положение. Стойка на герой с руки на поясе. На раз. Наклон головы вперед. Два назад. Три влево. Четыре вправо. Исходное положение принять. Упражнение вперед. Начинай. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Стой. Исходное положение. Стойка на геморрой. Руки к плечам. На 4 счета круговые движения вперед, на 4 счета назад. Исходное положение. Принять. Упражнение вперед. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Исходное положение. Стойка, ноги врозь. Руки перед грудью. На раз, два, отведение согнутых рук назад. Три, четыре, отведение прямых в поворот. Исходное положение. Принять. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Исходное положение. Узкая стойка, ноги врозь. Руки на поясе. На раз. Наклон вправо. Два. Исходное положение. Три. Наклон влево. Четыре. Исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение влево. Начинай. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Стой. Исходное положение. Широкая стойка. Руки на поясе. На раз. Наклон к левой. Два. Наклон. Три. Наклон к правой. Четыре. Исходное положение. Исходное положение. Принять. Упражнение к левой. Начинай. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Стой. Исходное положение. Выпад правый. Руки на колено. На четыре счета. Пружинистые покачивания. На пятый счет. Смена положения прыжком. Исходное положение. Принять. Упражнение. Начинай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Два. Три. Четыре. 5 и раз, два, три, четыре, стой. Следующее упражнение. Стойка, ноги вместе. Разминаем ваши коленные суставы. Посмотрите упражнение. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Исходное положение принять. Упражнение влево. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Прыжки на месте. Исходное положение. Узкая стойка. Ноги врозь. Руки на пояс. На четыре счета прыжки на левой. На четыре счета прыжки на правой ноге. Исходное положение принять. Упражнение слева. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два,
три, четыре. И раз, два, три. На месте, шагом марш. Левый, левый. Раз, 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 два, три. Стой, раз, два. Ну что ж, господа, на этом наш комплекс общеразвивающих упражнений подошел к концу. Будьте здоровы, следите за своим здоровьем. Акробатические упражнения. Кувырки вперед из упора присев, подать плечи вперед и перенести тяжесть тела на руки, выпрямляя ноги, наклонить голову, на касание подбородком груди, оттолкнуться ногами и переворачиваясь через голову, сделать перекат, опускаясь на лопатки, спину, затем согнуть ноги. Руки после отталкивания положить на голени, сохраняя группировку. Перейти в упор присев. Перекаты группировки. Выполнение перекат назад может выполняться из седов группировки или упора присев. Необходимо мягко, плавно, без ударов о мат, удерживая плотную группировку, перекатиться, как мячик, назад до упора о мат лопатками, шеей, затылком. Возвратиться в исходное положение, подтянув ноги пятками к бедрам и энергично подать голову и плечи вперед. Перекат вперед. Перекатом назад, стойка на лопатках. Выполнение в исходном положении. Упор, присев, выполнить перекат назад, упираясь на лопатки, удерживая руками за пояс, выпрямить ноги, держать 2 секунды. Кувырок вперед, прыжок вверх, вариант. Выполнение после отталкивания, держать ноги прямые, следить за плотной группировкой. Выполнение. В прыжке полное разгибание ног, без прогиба в спине. Руки оско вверху прямые. Кувырок вперед, стойка на руках. Выполнение. Выход в стойку после кувырка. Темпом через сгибание ног. Варианты. Возможность выхода в стойку с прямыми ногами. Кувырок вперед. Прыжок с поворотом на 360 градусов. Выполнение. Полный поворот выполняется за счет выпрыгивания и маха рук вверх. В устойчивое приземление. Руки держать узко, ноги прямые вместе. Кувырок назад в стойку на руках. Качалка. Выполнение выхода в стойку на руках с прямыми руками. Кисти рук вовнутрь. Линия тела ровная. Голова опущена на грудь. Переворот вперед с поворотом рандат. Выполнение с разбега. Руки ставить поочередно по прямой линии. Ноги быстро соединяются в стойке. Спасибо за внимание. После окончания урока убираем за собой рабочее место.